Здравствуйте, меня зовут Саша Шишкин. Я учусь в 3-м классе, школа номер 627. Я участвую в проекте «Реликвия, хранимая с войны». В нашей семье есть еще один человек, который участвовал в Великой Отечественной войне. Это мой прадедушка Поляков Николай Ефремович. Это награда моего прадедушки. Их получали все, кто участвовал в боевых действиях, а точнее в Великой Отечественной войне. Самый главный из них является Орден Отечественной войны. Его получали те, кто участвовал в боевых действиях. Это сумочка моего прадедушки. В ней он хранил все свои документы. И он был танкистом. Она сделана из простой ткани. Это письма с войны, которые отправляли в военные, которые участвовали в боевых действиях, чтобы рассказать своим семьям, как они проводят жизнь во время войны. Это еще одна реликвия с Великой Отечественной войны. Это предугодовые карточки. Здесь мой прадедушка мог получить положенное ему количество хлеба. На этом все. Вот такие вот реликвии сохранились в нашей семье. И я очень дорожу ими. Память о моем прадедушке. Надеюсь, вам понравился мой проект.